Всем приветик! Хочу показать томатики, которые я начала оставлять себе на семена. Так, вот это у меня Черногория. Розовоплодный, сладковатый томат. Мясистый очень. Это мне семена присылала Аня. Но томатики у меня в этом году получились все мелкие. Первый томат съели, он раза в два побольше был, чем этот. Ну вот, этот я оставила на семена. 120 грамм получился томатик. Розовоплодный, мясистый, сладенький. Так, это у меня орлиный клюв от Сибирского сада. Тоже розовоплодный томат, вот такой ровненький. Так, 220 грамм. Такой тяжеленький томатик. Вот алсу мне почему-то не очень понравился. Этот вот ровненький такой весь, как конусовидный или как они называются. Вот, алсу немножко приплюснутый. Алсу помельче у меня томаты были. Так, минусинские стаканы розовые. Это тоже мне Аня семена присылала. Крупный плодик тоже съели. А вот из этого возьму семена. Сейчас полежит еще немножко, доспеет. Ну, я все положу доспевать. 85 грамм. Я думала больше. Но так как томаты очень мясистые, которые вот мясистые томаты, они кажутся по объему большими, а когда взвешиваешь, они все-таки немножко легковатые. Так вот, попробую взять из сливки медовой. Сливка медовая, наоборот, у меня в этом году очень крупная. Это вот я не помню, какие семена. В белом пакете покупала. В том году у меня не получилось взять семена, потому что положила также помидорку красную на дозаривание, и она у меня за неделю семечки проросли. Ну, вот эту, наверное, оставлю дня 3-4. Может, даже там не неделю, а дней 10 лежала. Я ждала, когда она размягчится, а она такая же упругая оставалась, потому что сорт засолочный, толстостенный. Вот, кожурка тоже плотная такая у него. И вот, видимо, начал только вот верхний слой чуть-чуть морщиться. Я думаю, ну, как раз готов для семян. Нифига, разрезала, там уже зеленые ростки. Сейчас посмотрим, сколько сливка весит. 105 грамм. Ну, так они, в принципе, и должны 80-100 грамм, по-моему, быть. Засолочный тип томатов. Так, это у меня черри Кирина. Это гибрид от партнер. Хочу взять свои семена. Ну, 13 грамм. Так, это у меня томат перцевидный от Аэлиты. Тоже семена свои буду брать. Это тоже не самый крупный экземпляр, просто который покраснее выбрала. 77 грамм. Тоже думала, что побольше. Он плотненький, такой засолочный. Но его вот не пробовали в разрезе еще. Так, и посмотрите, золотая арфа. Так, это я не помню, какая фирма. Может быть, фирма Поиск. Не помню точно, врать не буду. Тоже гибрид, и соберу свои семена. На засолочке они смотрятся как абрикосики. Вот 25 грамм. Сейчас вот весы купила, так хоть буду примерно знать, каким объемом, сколько семена, ой, сколько томатики весят. Вот сейчас полежат еще, доспеют до мягкости, до такой, и буду собирать семена. В том году, кстати, собрала один томат, сорвала с открытого грунта, такой плоско-округлый, зеленый-зеленый был, то есть они у нас в открытом грунте не вызрели, мы их просто сняли, чтобы фитофтора не повредила. И он у меня полежал, дозрел, он стал ровно коричневый, без зеленого пятна у плодоножки. Но если бы он поспел на кусте, то он был бы такой красно-коричневый с зеленым пятном у плодоножки. И вот из совершенно зеленого томата, который я положила на дозаривание, я собрала семена. И, кстати, в этом году он растет, тоже плоды крупные, хорошие. Так что даже не обязательно, по-видимому, собирать с поспевших томатов семена. Ну, допустим, снимаете поспевшие томаты. А можно, какой понравился томат, положить его на дозаривание. Но в темное место я положила. И вот результат есть. Потом в следующем обзоре вот покажу, какой томатик. Все, всем пока!